Лухарь-психолог, советы для лухарей. Сейчас уже наступает зимняя зима, и надо менять колеса. Вот я на своей машине, ну, у меня две, да, вы помните? Вот, и, ну, я меняю колеса два раза в год. Конечно, это дорого, и здесь, ну, не поспоришь с этим. Но я знаю, что вот не на Лухаре машинах, ну, люди, вот, которые обычные, да, они еще, они, знаете, вот как резину меняют. Но нас лухари все время хотят обмануть. И вот я однажды приехала в сервис, и они мне говорят, да, ну, говорят, какая у вас резина, давайте мы вам Nokia поставим. А я знаю, что Nokia это телефон. И я сказала, мозги себе поставьте и уехать.